Значит, вы решили пройти курс профпереподготовки? Мистер Мэнсон, и как получается? Пап, ты же был нормальный адвокат. Жаль, они ко мне не взглянули. Ну и что ты их не вышвырнул? Я пытался их не замочить. В натуре? И что получилось? Хочешь прошлое? Судя по лицу, не очень. Я долго себя прокачивал. Все помнят меня грязным адвокатом. Будешь защищать нас в суде, старпер. Вам конец, ублюдки. Ох, и страшная же ты. Да сам ты урод. 12 лет я был адвокатом наркодилеров. Быстро в погреб за пивасом. Да шо це таке? И не звони I.Naishulleru. Таких, как я, снимали в сериалах. Если ты видел меня в роли адвоката, значит, ты знаешь Джесси Уолтера. Но я все бросил ради полного метода. Подожди, подожди! Да постой! Возможно, чутка поторопился. Когда ты бросил сериалы, за тобой остался неотснятый сезон. И в Альбукерке знают, что ты кидалова. Они пришли за моей семьей. Они украли мой браслет с киской. Только рискни, тварь! Сейчас всех порву! Киска за киску! Фигово выглядишь, пап. Твоя мать страшнее. Да ты вообще кто? Кто? Дед ты кто?